Здравствуйте, дорогие друзья, любители нашей телепередачи «Встреча у камина» на телеканале «Евразия». У нас сегодня в гостях Лидия Григорьевна Чарикова. Я ее хочу назвать супербабушкой, потому что она подготовила нам такого талантливого внука, да, Даниила Чарикова. У нас с вами прошла с ним телепередача, и Даниил Чариков востребован в России, он постоянно на гастролях, у него такие концерты замечательные и прекрасное будущее. Ну, а у исток, конечно, у истоков стояла кто? Бабушка? Лидия Григорьевна. Лидия Григорьевна, вы же арчанка, да? Нет. Вы родом? Из Пономаревки, Пономаревский район. Из Пономаревского района. Да. Но приехали в наш город? Да, в 69-м году. И проработали? 50 лет. 50 лет. Да, и 40 лет проработал. Да, из них 50 лет же и 40 лет проработали в медицине. Нет, 10 лет, 11 лет в медицине, а до этого работала на заводе крановщицей и заработала пенсию. 45 лет и пошла на пенсию. О, какая умница. Сейчас бы так всем 45 на пенсию крановщицей. Молодчинка. А ваш талант, он просто вот, он есть и все, да, да. Пение? Да. Это передалось вашему внуку, который становится профессионалом высокой буквы. Да. Что вы нам сейчас споете? Ну, давайте спою «Яблоневый вечер» песню. Яблоневый вечер, звездами рассвети, и с краю далеких вновь пришла весна. Снова за окошком слышится гармошка, и душа моя надеждою полна. Снова за окошком слышится гармошка, и душа моя надеждою полна. Нелегко порою было нам с тобою, ну а зимних стуж старались позабыть. Мы еще не успели все, о чем хотели, и мы с тобой еще не начинали жить. Мы еще не успели. Умница, Лидия Григорьевна, я думаю, что вы будете продолжать украшать наши мероприятия, приходить на них, радовать нас. Вот недавно же организовали встречу с выпускниками в своей деревне. Да. Вы не виделись 50 лет. 50 лет? Да, 50 лет. И собрали. 69-го года, Пася этот, вот, 19-й год. И говорит, там все село гремело.
пела не один день. Человек со всей страны приехали. Со всей страны приехали. Ну, я знаю, что душой этой компании столы накрывались во дворе вашего брата на родине, в нашей Оренбургской области, по Новоревскому. Не захотели мы в кафе, а у брата во дворе, у него двор большой. Вы там тоже пели? Обязательно. Без этого. Ну, давайте еще и споем разочек. Пошла туда, а где большая рожа нашла, там на меня похож. Ой-ой-ой, и нашла, там на меня похож. На горе колхоз, под горозом кусом не мели, мой задавал вопрос. Вот видите, дорогие наши телезрители, какая простая импровизация у нас получается. Лидия Григорьевна сама по себе пришла, Бенис сам по себе пришел, а мы взяли, тут собрались и спели. А на этом всего доброго, до свидания.